Работники районной дорожной службы 15 октября отметят свой профессиональный праздник. Это особое событие не осталось незамеченным, ведь специалисты этой службы вносят огромный вклад в комфорт и безопасность жизни нашего района. В преддверии праздника глава района Заур Хамирзов встретился с работниками Кашхабрского ДРСУ, чтобы поблагодарить их за нелегкий труд. Хотел бы всех поблагодарить. Очень тяжелая работа, и она как бы носит временами сезонный характер, что накладывает определенный отпечаток. Многие из вас работают долгие годы. Я уверен, что вот с приходом Тимирхана в положительную сторону подход именно к трудовому коллективу он в корне поменяется. Сотрудники данной отрасли отвечают за обслуживание и ремонт дорожного покрытия, обозначение дорожных знаков и разметки, а также обеспечивают бесперебойное движение транспорта. Глава района выразил свою благодарность и вручил каждому сотруднику районной дорожной службы благодарственные письма. Совестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня работников дорожного хозяйства наградить почетной грамотой администрации муниципального образования Кашхабрский район следующих работников акционерного общества Кашхабрский ДРСУ. Арданова Айдамира Набиевича. Батырбеева Рамазана Хасанбиевича. Гудова Мурата Амирбеевича. Беларионову Надежду Юрьевну. Веленчука Сергея Георгиевича. Кашиева Хазрита Азаматовича. Набокова Аслана Карбеевича. Харкова Мурадина Казбековича. Цепинова Адама Мухамедовича. Туркова Юрия Нубеевича. Харкова Артура Мухамедовича. Со словами благодарности выступил генеральный директор акционерного общества Кашхабрский ДРСУ Тимирхан Хунаков. Хочу поблагодарить Кашхабрскую администрацию во главе главы. Спасибо вам, что вы даете нам такие замечательные объемы. Мы только с большим удовольствием подходим к этой работе. Мы видим и чувствуем ответственность, которая лежит на наших плечах. Будем стараться также доблестно, с высоко поднятой головой, также работать на качество, на высокую оценку вашу. Этот профессиональный праздник является олицетворением гордости и достижения работников районной дорожной отрасли. Он напоминает всем о значимости их труда. Поздравляем коллектив ДРСУ с этим чудесным днем и желаем им дальнейших успехов и благополучия.